Украинская плодовощная ассоциация выразила обеспокоенность протекционистскими изменениями в законодательстве Молдовы. По мнению членов, такие решения оказывают давление на производителей других стран, в частности, ограничивают возможности для украинских производителей овощей и картофеля. На сайте ассоциации сообщается, что это вызвано тем, что с 1 июля торговые компании Молдовы обязаны закупать и обеспечивать выкладку на торговую полку в сети розничной торговли не менее 50% продуктов питания, произведенных в Республике Молдова. При таких условиях украинская продукция, в частности овощная группа и картофель, останется в неконкурентных условиях при экспорте на рынок Молдовы, убеждены в ассоциации. По мнению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, нововведения властей Молдовы могут рассматриваться как нарушение национального режима в отношении внутреннего налогообложения и регулирования и способны нанести вред украинским экспортерам. В ведомстве подчеркивают, что под действие закона попадают около 338 тарифных позиций, в частности, свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, мед, продовольственные товары, свежее переработанное мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы. Если посмотреть на сроки действия подлежащих реализации, например, помидоров молдавского производства, то они установлены на период с 15 мая по 31 октября. То есть тогда, когда на рынок Молдовы могут поставлять свою продукцию и украинские производители. При этом они оказываются в заранее неконкурентных условиях с местной продукцией. И понятно, что от этого проигрывает украинский экспортер, считают в плодоовощной ассоциации Украины. Как заявлял ранее министр сельского хозяйства Молдовы Ион Пержу, наша страна обладает огромным потенциалом для производства агропродовольственных товаров и напитков. Молдавские продукты, по словам министра, являются лучшими, а изменения и обновление списка отечественных продуктов из короткой пищевой цепи, представленных на полках торговых сетей в стране, обеспечат стабильность отечественных производителей.